Увидимся, когда закончишь свою работу. Я приготовила на продажу самое лучшее оружие. Дружище, ты уж теперь сам. Жди меня, я скоро. Какой мерзкий. Ты думаешь, что он еще и прыгать умеет? Тебе ведь нравятся большие пушки, правда? Теперь у тебя серьезные пушки. Ты знаешь, что с ними делать. Я иду. Не забудь меня найти. Приготовила на продажу самое лучшее оружие.
Они идут. Я испаряюсь. Тебе нужно выжить, чтобы увидеться со мной. Магазин скоро открывается. Не уходи от него далеко. Они все мертвы. Пора делать покупки. Шевелись, дорогуша. Время тикает. Они идут. Я испаряюсь. И откуда взялся этот мясник? Я приготовила на продажу самое лучшее оружие. Заканчиваем с покупками. Чтобы это купить, нужно больше денег. Работаю, приходи еще.
Иди поближе ко мне. Спеши купить себе хороший ствол. Шевелись, дорогуша. Время тикает. Тебе отличный товар. Найди ему хорошее применение. Фу, какая мерзость! Не забывай обо мне. Приходи, когда все закончится. Тебе ведь нравятся большие пушки, правда? Продала тебе отличный товар. Найди ему хорошее применение. Я иду. Не забудь меня найти. Тебе ведь нравятся большие пушки, правда?
Быстрее, дружище, мне пора закрываться. Без шансов, приятель. Они идут. Я испаряюсь. Иди поближе ко мне. Пиши купить себе хороший ствол. Быстрее, дружище, мне пора закрываться. Действительно убойное оружие. Завелись, дорогуша. Время тикает. Эта штука слишком тяжелая. Сначала тебе нужно что-нибудь продать. Отлично.
Точно! Давно я никого не убивал. Ты слишком слаб, чтобы быть зомби. Даже мою мамочку не напугаешь.